Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Дорога к храму» и я, ее ведущий, священник Павел Крысанов. «29 августа ранним воскресным утром состоялось великое освящение храма первосвятителей московских в Горках Ленинских. К завершению строительства этого прекрасного храма шли долгих 10 лет. Внешне белоснежный храм выглядит немного аскетично, а вот внутри – пышное убранство. Один из главных элементов – иконостас. На его вратах – образы четырех евангелистов и сюжет Благовещения. А справа и слева – иконы Спасителя и Богородицы. За ними следуют образы святых, в том числе Иоанна Кронштадтского, Ксении Петербургской, преподобного Серафима Саровского. Росписью храма занимались 20 опытных иконописцев. И за 2 года им удалось создать настоящее произведение искусства. Избранниче и угодниче Христов, святый священномученича Василие, церкви русские столпи непоколебимы, земли нашей благое прозябенье красный плод. 21 октября в Казанском храме села Молоково почтили день памяти священномученика Василия Озерецковского. Божественную литургию возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Ему сослужили благочинный Видноского церковного округа священник Дмитрий Березин, а также духовенство близлежащих храмов. В этом храме священномученика Василия почитают особо, ведь 12 лет отец Василий служил в Молокове. Он разделил судьбу многих верных служителей алтаря Господня. Отец Василий мученически пострадал за Христа, будучи расстрелян на Бутовском полигоне. Телеканал «Видное ТВ» продолжает рассказывать о лауреатах губернаторской премии «Мы рядом ради перемен». В числе победителей этого года оказался Михаил Алексеев. Житель нашего округа уже год на базе Георгиевского храма реализует проект «Воскресная не школа». Проект интригует одним своим названием. Как оказалось, его наполнение не менее занимательное. За время народного голосования проект «Воскресная не школа» набрал почти 2000 голосов. Однако победы Михаил Алексеев не ждал. Видел, что среди конкурсантов есть не менее интересные работы. Весь приз участник премии вложит в развитие своего проекта. За год «Нешкола» получила большую популярность. Регулярно в ее стенах занимается около 80 человек. Всего же численность детского и взрослого населения более 200. Здесь через игру и истории участники узнают о христианских, общечеловеческих и патриотических ценностях. А значит, «Нешкола» и вправду делает доброе дело. 28 ноября, после Дня памяти апостола Филиппа, начинается 40-дневный рождественский пост. День памяти апостола Филиппа 27 ноября является днем его мученической смерти. В народе рождественский пост именуется Филипповым. Апостол Филипп и Филиппов пост. Что их роднит? Что мы знаем об этом апостоле? Предание сохранило о святом Филиппе следующее. После Вознесения он проповедовал в Галилее, в Греции и во многих других местах, поставляя епископов и совершая чудеса, в том числе воскрешая мертвых. За проповедь его побивали камнями, заточали в темнице, изгоняли из селений. Однажды в Иераполе фригийском, наполненного языческими храмами, Филипп силой молитвы умертвил огромную змею, которой также был посвящен храм, и исцелил многих укушенных змеями. Среди них была жена правителя по имени Амфипат, принявшая христианство. Правитель разгневался и приказал распять Филиппа. В это время началось землетрясение, и всех присутствовавших на судилище поглотила земля. Распятый апостол, молясь о спасении своих мучителей, скончался. Так как же с Филиппом связан рождественский пост? Бытует народное поверье. Когда апостол Филипп умер, душа его не пожелала войти в рай, пока Христос не простит его мучителей, погибших вместе с ним при землетрясении. 40 дней, молясь, апостол не входил в рай, после чего Господь принял его, а также его мучителей. Рождественский пост не является строгим. В субботу и воскресенье на трапезе разрешается рыба. Лишь со 2 января рыба исключается. Но существует христианский афоризм – любую вещь красит мера, поэтому каждый для себя может избрать подходящую меру поста, посоветовавшись со священником. Аминь, 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 а
поселок Володарского легко приметить высокую колокольню храма святителя Николая Чудотворца. Место это имеет большую и интересную историю. 375 лет назад здесь стояла церковь Рождества Пресвятой Богородицы с пределами Алексея Человека Божия и Проскевы Пятницы. С этого момента село начали называть Богородским. Однако церковь быстро обветшала. На ее месте остался лишь предел святого Алексея. Владелец имения, боярин Никита Адоевский, в конце 17 века решил построить неподалеку новую. В начале 18 века было явление казанского образа Пресвятой Богородицы. И храм переименовали Казанским. Не Рождества Богородицы, а в честь Казанской иконы Божией Матери. Поселок до этого носил название Богородское село, а после этого стал называться Казанско-Богородское село. Алексеевский предел же восстановили в виде отдельной церкви. Тогда же Богородское отошло к князьям Голицыным. Когда в 1751 году у Алексея Дмитриевича рождается долгожданный сын Николай, здесь устраивают Никольский престол вместо Алексеевского. В эти годы богослужения проходят в Казанском храме. Никольская церковь остается кладбищенской. Все меняется с началом 20 века. К сожалению, в 30-х годах храм разорили. И образ Пресвятой Богородицы увезли в село Верхнее Мячково, храм Рождества Пресвятой Богородицы. Казанскую церковь разрушили полностью. Восстановить ее сегодня невозможно, как и найти главную святыню. Кладбищенскому храму повезло немного больше. В 1997 году его вернули Русской Православной Церкви. Начались долгие годы восстановления и новая история. Мне на тот момент было 30 лет. Я случайно узнала, что здесь есть храм. И пришла тоже. Кирпичи все таскали сами. Машина подъезжала, мы разгружали. Какие-то средства, если надо было, то просто вот как в старину с кружкой именно ходили по домам. Организовывались крестные ходы вокруг поселения, чтобы дело быстрее двигалось, такая общая молитвенная помощь была. В эти годы здесь зародилась крепкая церковная община. Каждый ощущал свою причастность к восстановлению святого места. К 2006 году силами прихода возродился однопрестольный Никольский храм. Чуть позже по документам выяснилось, что исторический храм имел три престола. По благословению митрополита в 2009 году здесь вновь началось строительство. Все время строительства в нашем храме совершались богослужения. То есть каждое воскресенье совершалось богослужение. Ни одно воскресенье не осталось без божественной литургии. Вот это очень важно. И именно это, и я надеюсь, думаю, что позволило нашему храму находиться сегодня в таком красочном и радостном состоянии. Теперь Никольский храм имеет два предела. В память о чудесном явлении Казанской иконы Божьей Матери и в честь святителя Спиридона Тримифунского. Усилиями прихожан мы отстроили вот этот вот храм. Бог дал возможность расписать. Если вы зайдете вовнутрь, то вы увидите там очень красивую роспись. Это, в общем-то, непросто, очень непросто. Вы увидите деревянные иконостасы в храме. Росписи в храме уделили особое внимание. Ей занимались видновские мастера. Если внимательно приглядеться, то над Казанским пределом можно увидеть изображение храма, того самого, что был полностью разрушен в советские годы. Своды Никольской церкви украшены библейскими сюжетами, а над иконостасом, созданным палехскими мастерами, возвышается арка с изображением Тайной Вечери. Хотелось видеть в нашем храме пасхальное состояние. Потому что когда человек приходит в церковь, он прежде всего должен понимать, к кому он приходит. Он приходит к воскресшему Богу. И если состояние Пасхи у тебя в сердце, то тогда и радость, и любовь, она присутствует, она живет тобой. И ты ей живешь. Великое освящение пристроенных пределов состоялось 19 июля 2014 года. Его совершил архиепископ Можайский Григорий. Чувство особой торжественности, что наш храм теперь уже является какой-то единицей с точки зрения особенностей и с точки зрения карты храмов на земле Московской епархии. Для многих жителей поселка храм стал местом, где можно получить духовную поддержку. Сюда приходят молиться о здоровье своем и близких, о покое усопших, о спасении и даже замужестве. Несколько лет назад Господь дал возможность мне быть на острове Корфу, и мы привезли оттуда башмачок с ноги святителя Спиридона Тримифунского. Это такая святыня, которую множество людей действительно почитают и понимают не как вещь, да, а как вещь, принадлежащая
святому, которого ты любишь. Особенно почитают резную икону Николая Чудотворца, первую святыню, подаренную храму в годы его восстановления. Благодарности дарят казанскому образу Божьей Матери, об укреплении веры и стойкости в испытаниях просят у новомучеников. Мы видим в подвиге новомучеников молитву о нас сегодняшних. И обращаясь к новомученикам, исповедникам российским, мы действительно можем помочь как себе, так и нашим будущим поколениям. Потому что без их молитвы, без понимания их подвига, сложно осознать, к чему мы стремимся. Храм каждый день открыт для прихожан. Здесь можно разделить радость с близкими по духу людьми и развить свои творческие способности. В храме уже 3 года существует семейный центр «Миротворец». В его зале часто проходят концерты, репетиции группы «Мои волны» и занятия оркестра. С помощью музыкальных средств легче иногда донести до некоторых людей какую-то информацию полезную. Радостную, светлую, о Боге, о любви, о том, как надо жить, о том, как, к чему надо стремиться. В центре проходят спортивные занятия, действует художественная студия «Майолика». Никольский храм притягивает детей и взрослых. Некогда почти разрушенный, сегодня он живет полной жизнью. И не мудрено, ведь в каждом его кирпичике – душа жителей поселка. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно ТВ. С вами рубрика «Символ верных». И сегодня в гостях нашей программы управляющий Подольской епархии Русской Православной Церкви архиепископ Подольский Люберецкий Аксий. Владыка, мы рады вас приветствовать и просим вас благословить нас. Спасибо, Господи, дорогой отец Павел. Всех вас, дорогие мои, сердечно приветствую. И Божие благословение со всеми нами пребывает. Тему сегодняшней нашей беседы можно было бы озаглавить как «Жизнь современного христианина». За 2000-летнюю историю существования церкви в мире, конечно, образ христианина сильно изменился. Он уже не таков, как образ христианина в первом веке. Сегодня на первый план выходят различные технологии, интернет. И у людей возникает вопрос, как в современном мире быть христианином? Как сочетать духовность и какую-то житейскую суету? Множество всяких обязанностей и ответственностей перед друзьями, перед начальством, перед близкими. Вы правы, что действительно сейчас мир такой суетный, и в погоне за различными достижениями человечество совершает просто превозмогает непреодолимые препятствия. Но, тем не менее, есть у христианина замечательное руководство к жизни. Это Священное Писание. Вот мы сейчас говорим, что мир действительно изменился, он ускоряется, убыстряется, время как-то быстро течет. Человек проживает жизнь, и уже в летах преклонных, когда и дети взрослые, и внуки уже по дому бегают, он говорит, я не заметил, как жизнь моя прошла. Но ведь если посмотреть, то и христианам ранней эпохи было не так просто жить в этом мире. Ведь многие из них скрывались в катакомбах, участвовали в богослужениях и не могли открыто исповедовать свою веру. Собственно, сейчас изменился исторический контекст, историческая канва. Но наполнение жизни христианина, оно остается одно и то же. Это борьба со страстями, борьба с ненужными дурными помыслами. Конечно, смотришь на современного человека с точки зрения вот такой пасторской и пасторскую заботу проявляя, и понимаешь, что сейчас даже какие-то нравственные общие нормы, они почему-то уходят на второй план, и человеку очень сложно ориентироваться в этом мире. Вот этот вот крик, может быть, такой вот толпы, как некогда был в иудейском собрании, он понуждает тебя и вовлекает в какие-то ненужные распри, в раздоры, в осуждения. И вот очень сложно, конечно, сохранить вот этот мирный дух, тот дух, о котором преподобный батюшка Серафим говорил. А ведь это очень важно, сохранить эту мирность и на работе, и дома, и среди подчиненных,
и, безусловно, среди начальствующих. Но, конечно же, во все времена руководство евангельскими заповедями, теми нравственными нормами, которые у нас есть, и, слава Богу, еще существуют, это, на мой взгляд, первое условие и добрый результат дают того, что человек будет вот таким вот цельным созданием. Как это сделать? У каждого, наверное, свой рецепт, но есть же в Евангелии заповедь, что «возлюби Бога», а вторая заповедь подобна ей, как говорит сам Господь, «возлюби ближнего своего, как самого себя». И вот если эти простые слова исполнять, то, я думаю, очень много можно для своей души приобрести и получить вот эту вот способность и умение, и навыки жить в этом современном мире. Спасибо большое. Следующий вопрос, которого хотелось бы коснуться, следующий. Человек, который только начинает воцерковляться, начинает ходить в храм на богослужение, может столкнуться с различным негативом в свой адрес среди коллег, среди друзей, даже внутри своей семьи. И как быть? Как сохранить добрые отношения с близкими и в то же время сохранить верность Богу? Опять открываем Евангелие. Там написано: враги человеку, домашние его. Конечно, это не идет здесь речь о каких-то таких врагах, против которых нужно бороться, против которых нужно негодовать и испытывать к ним всякую неприязнь. Ведь христианство учит нас чему? Учит любви друг к другу, терпению, рождающемуся от этого смирению. Святые отцы говорят, что всякая добродетель, совершаемая без рассуждений, не является таковой. Это очень важный момент. А отсюда рождается наша русская пословица, что благими намерениями очень часто дорога может быть вымощена в то место, куда бы никогда не устремилась душа любого христианина. А как найти вот эту возможность дома оставаться человеком верующим среди мнения твоих близких людей, которые тебя не понимают или недопонимают, не разделяют твою точку зрения, это, конечно, проблема, часто встречающаяся. Вы знаете, в моей пасторской практике был такой случай, я думаю, что это будет отчасти ответом на ваш вопрос. Женщина, мать, у нее уже появились внуки, супруга у нее уже к тому времени не было. Ее, так сказать, походы в церковь, как называли их неверующие ее дети, мало кто разделял, практически никто не разделял. И вот чтобы помолиться в небольшой квартире, она уединялась в ванную комнату. Она не имела возможности помолиться в комнате, потому что там свои домашние дела совершались другими родными. Вот она там читала правила и спрашивала как-то меня, а вот не будет ли это грехом, что вот я в таком месте читаю молитвы и совершаю свои правила? Конечно, здесь никакого греха нет. Здесь очень видно и явно желание человека исполнить и свой долг по отношению к Богу, а точнее проявить любовь и благодарность к Нему. Мы здесь не в категориях каких-то юридических рассуждаем, поэтому слово, быть может, долг, оно не совсем уместно. Но и также не повредить своим близким, родным. Поэтому, наверное, каждый человек умеет совмещать все это так, как он совмещает. А вообще есть такая поговорка сегодня, как-то вот у меня так на народный фольклор направление располагает. А когда Бог будет на первом месте, тогда все в твоей жизни будет на своих местах. Наверное, это вот такая интерпретация евангельских слов, в
которых говорится: «Не заботьтесь о том, что вам есть, что вам пить, во что одеться, ищите прежде Царство Небесного». Но это вовсе не означает, что не нужно работать, или человек, потерявший работу, должен сидеть дома и ждать, когда ему позвонят и предложат очень хорошую должность и приличный заработок. Безусловно, нет. Не нужно таким образом понимать Священное Писание, да это и неправильно. Здесь как раз говорится о важности приоритетов, которые человек должен расставлять в своей жизни. Поэтому можно и на службу сходить, и даже на 5 минут, на 10 минут забежать на богослужение между походами, допустим, в магазин, чуть-чуть привести свои мысли в порядок. Это не повредит и семейным отношениям, там, где есть неверующие родственники, и человек вполне и физически, и духовно может исполнить все свои домашние обязанности. А потом же Господь сказал о том, что в мире будете иметь скорбь. «Но дерзайте, я победил этот мир». Поэтому вот этими словами «утешаясь и назидаясь», я думаю, сердце каждого человека найдет этот важный и нужный ответ на этот вопрос. Спасибо большое. Также хотелось коснуться вот такой ситуации. Можно ее себе представить. В храм приходит некий молодой человек, загруженный трудностями жизни, в чем-то жалуется на жизнь, что работа, трудности, соблазн, семья, заботы семейные отягощают. Наверное, по его мнению, было бы правильнее все оставить, уйти в монастырь. Вот так легче спасаться. Что вы, Владыка, скажете? Есть ли здесь какое-то, может быть, заблуждение, трудность? Что не так? Но в монастырь, вне всякого сомнения, не стоит уходить, избегая каких-то жизненных трудностей. Здесь очень такой личный, очень серьезный вопрос, очень индивидуальный вопрос, и, наверное, такой общий совет невозможно дать. Но в любом случае человек должен узнать, что же такое монастырь, что же такое монастырская жизнь. Потому что многие паломники, приезжая в ту или иную обитель, это миряне, которые утомлены своими трудами на работе, всем тем, о чем мы чуть выше рассуждали. И когда они приходят в обители, когда они чувствуют эту наполненность, эту абсолютно какую-то внеземную, вневременную жизнь, безусловно, сердце такого человека не может не откликнуться на этот призыв, и хотелось бы оставаться все дольше и дольше. Я определенное время проводил на Соловках в качестве служащего иеромонаха, когда таковым являлся. И приходили люди на исповедь и говорят: «Вот, батюшка, хорошо бы нам здесь сейчас остаться». На что я им говорил: «Вы приезжайте сюда на неделю, на две, на месяц, кто-то на весь летний период, у кого как позволяет время. Вы, конечно, ощущаете эту силу и это спокойствие. Но вы ощущаете его, подумайте над этим, только лишь потому, что там, за стенами монастыря, вот круговерть и суета мирской жизни, которую необходимо человеку совершать, она вас буквально поглощает. И здесь есть некий такой вот выход, некий отдых. Но когда человек возымеет благое желание остаться в обители, как только он даже на мысленно себе даст какой-то обет, а лучше вообще этого не давать, лучше просто с Божьей помощью, так сказать, попробовать потрудиться в монастыре в качестве трудника, вот тогда совершенно по-иному у него будет восприниматься и жизнь монастырская. Тогда начинаются искушения, испытания, как мы говорим, тогда и враг начинает бороть человека мысленно. От кого-то он, может быть, даже и видимым образом физически будет испытывать неприязнь, неприятие, потому что нет такой заповеди, чтобы любили нас. Есть заповедь, чтобы мы дарили любовь. А вот в первом случае это, конечно же, неверно. Поэтому, убегая от всех этих проблем, конечно же, человек не должен выбирать путь монашеской жизни. Безусловно, путь монастырской жизни – это весьма удобный путь для спасения. Это, знаете, вот есть передача, она довольно давно уже идет, называется «Умники и умницы», где ребята, выпускники 10-й, 11-й класс проявляют свои умственные способности, ну и не пересказывая
всю эту передачу, безусловно, наверное, многие наши телезрители ее видят и знают, о чем идет речь. Вот есть там три дорожки. Красная дорожка, желтая и зеленая. Вот на красной можно ошибиться, на желтой два раза, на желтой один раз, на зеленой нельзя ошибаться ни разу. Вот, наверное, монашеский путь, самый короткий путь, самый правильный путь, не то что короткий, наверное, самый верный путь исполнения и самый удобный путь. Но ошибка иной раз стоит жизни, потому что, к сожалению, бывают такие случаи, что монашествующие покидают обители. Причин много разных, не о них мы сегодня будем говорить. А вот путь христианина-мирянина – это, наверное, такая красная дорожка со своими опасностями, страстями, заботами. А потом же, сколько святых просияло, будучи людьми женатыми или замужними, благоверные князья когда, и княгини, когда восходили на достаточно высокий пост, как мы сейчас бы называли, они оставались христианами. Они управляли мудро, но под царскими одеждами они носили власеницы. Их тело было часто изнурено работами, и в ранах пребывало от этих власениц. Поэтому, как говорил преподобный Амвросий Оптинский, можно жить в миру, но не на юру. Вот это вот самое главное – оставаться верным евангельским заповедям. Это и наши нравственные нормы. Это все то, что самое лучшее заложили в нас родители, воспитывая нас, делая, так сказать, настоящими людьми. Спасибо большое за такие понятные аллегории. Следующий вопрос, которого хотелось бы коснуться, таков. Многие современные молодые люди смотрят на жизнь церкви, на церковь, как на некий такой институт, который изобретает все новые и новые запреты, причем сам их регулярно нарушает. Что можно таким людям сказать? В символе веры, который был составлен святыми отцами в IV веке, уже христианской эпохи, есть такие слова. «Верую во единую святую, соборную и апостольскую церковь». Вот когда рассуждают о церкви как об институте, как о структуре, здесь, безусловно, могут быть ошибки. История существования самой церкви говорит о них, что были и архиереи-отступники, и священники-отступники, и миряне, которые предавали или лжесвидетельствовали на священников во времена не совсем далекие от нашего 21 века. Но если говорить о церкви как о Богом установленном учреждении, то церковь святая и непорочная. Почему? Потому что ее основал сам Господь Иисус Христос. Поэтому здесь нужно разделять. Я полагаю, что молодые люди, рассуждая таким образом, говорят именно о церкви, говорят о церкви как об гражданской институции и вкладывают именно вот какой-то человеческий момент в эти отношения. Безусловно, все те запреты, как мы говорим, которые существуют, они исходят из заповедей Божьих. Другое дело, что в нашем обществе очень часто, даже когда в церковь приходишь, не всегда и люди, так сказать, церковные, кто стоит за свечным ящиком, могут достаточно правильно объяснить пришедшему человеку, молодому или более преклонного возраста, но только начинающему свой путь в церкви, объяснить, как же себя правильно вести в храме Божьем или какие-то установления. И часто говорят, что это традиция, это так положено, хотя это ничего с какими-то установленными правилами общего не имеет. Поэтому здесь, конечно, нужно различать и задачи священнослужителей, настоятелей храмов и клириков храмов объяснять и разъяснять тем людям, которые встречают наших прихожан, вот эти правила, эти установления. Об этом, кстати, неоднократно на епархиальных собраниях святейший патриарх Кирилл говорил, что, конечно, является весьма важным. Поэтому все эти запреты, они, о которых вы упомянули,
они же ведь происходят от заповедей Божьих и должны происходить. А что уже человеческое, оно сегодня есть, а завтра его нет. Есть 10 заповедей, данные пророку Моисею на Синайской горе. Это все то, что мы впитали, как говорим, с молоком матери, с детства. Не убивай, не завидуй, не лжесвидетельствуй, не обманывай и прочее, прочее, прочее. Заповеди блаженства, которые произнес сам Господь, говорят о том, что нужно быть и милостивыми, нужно быть и милосердными, нужно и к нищим проявлять участие, и сострадать, то есть иметь доброе и очищенное от грехов сердце. И вот приобретением этих добродетелей одновременно и сердце наше очищается. Поэтому все эти запреты, они на самом-то деле не являются таковыми, а возводят нас на более высокую ступень нашего духовного развития. Я думаю, что это только положительный момент. Хотя нашему человеческому существу подчас это возведение и эта работа над собой стоит очень больших усилий. Тот человек, который понимает, о чем идет речь, тот человек, который хочет избавиться от тех или иных своих гнусных и грубых привычек, он, конечно же, проводит борьбу, которая связана и с падением, но и с восстанием. Необходимо находить в себе эту силу, как говорил Авва Дорофей своему ученику. Ты встал, ты упал, теперь вставай, покайся и пойдем дальше. Это есть путь христианина. Ведь в церковь приходят не святые люди. Это, кстати, огромное заблуждение людей внешних, стоящих еще вне церковной ограды. В церковь приходят люди, которые понимают, что они люди грешные и хотят исправиться и избавиться от своих недостатков или, как мы говорим, от своих греховных наклонностей. Спасибо большое. И сейчас просим вас обратиться с кратким добрым напутствием к нашим зрителям. Дорогие телезрители, я желаю вам всемерной Божьей помощи. Вот сегодня мы рассуждали на тему, как же жить христианину в этом сложном мире, бушующем море. И я думаю, что картина, которая представляется в результате чтения евангельского повествования, ухождение апостола Петра по водам и тот момент, когда он обратил внимание скорее на эту стихию, на ветер, на бурю, и потерял, на секунду потерял даже из своего поля зрения пречистый лик Христа, говорят нам о том, что необходимо всегда перед собой видеть этот светлый образ Господа. И дай Бог, чтобы сердце каждого человека видела перед собой прежде всего Христа. И тогда мы точно не будем ни тонуть, не будем унывать, не будем огорчаться, а дарить исключительно радость друг другу. Божьей вам помощи, дорогие мои, мира, согласия и добра в ваши семьи. На этом наша программа заканчивается. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, дорогие друзья.